Пофиг. Дай им пока дверь. Давай, ты... Надо дом укреплять. Ты патроны сделай, самое главное. А, блин, не хватает мне. Делать МП-5-ок вам? МП-5-ок делать? Ну, если калаши... Ну, делай МП-5 и патроны, все делай. Калаши еще не изучены. Ну, делай МП-5. Ты что, Ванёк, ты вчера пошел спать? Сколько все принес просто? Приданок у нас теперь. Это жесть. Все делаем пятки. Короче, это надо, я не знаю, надо максимально укреплять дом, потому что я вчера ходил на рейд. Алло, слышишь меня? Да, слышу. Там, короче, вчера рейдили с фишками, ракетами. Самый прикол, я отобрал у них 9 ракет и ракетниц. У нас теперь ракеты есть. Короче, пошел тогда чисто с ССГшкой. Убил одного, быстро залутал, у него было 8 ракет. Патрон из тела сейчас самое главное. Хорошо, хорошо. Пароли так вслух не говорить, если что. У меня идет стрим. А ты что, уже включил? Да. На меня вчера испанцы кидали репорты. Так что на меня скоро на прорыв зовут. Вчера, блин, на меня 2 испанца напало. У одного берданка, у второго Томпсон. Блин, я их развалил. Это ж... Я просто... Ору просто.
Эй, а меня раздел кто? А, да, прости, да, я не взял одежду, там надо было. Я принес там тебе два раза больше топовой. И, кстати, подожди, стой, на улице не выходи, тебя убьют. Витерели, они ж новые стоят, ты должен их авторизировать. ВНК убьют тоже, кстати, вариант. Сейчас я приду, подожди. НВК сет, что ли? Да, я принес вчера два НВК сета. Капец, я жесткий, я тебе говорю. Это просто жесть. Вчера так тут развалил. Если ты вчера был, я говорю. Блин, там тебе, короче, если они просто всех рейдят абсолютно. Очень жесткие. Наверное, сейчас буду вставать на крафт, когда пойду работать. Буду крафтиться кучу всего. И уже, кстати, сишки можно уже взорвать, понял? Доступны сишки, уже ракеты доступны. Я вчера взорвал одну ракету. Мы там рейдили вчера. Я просто веду к тому, что надо как-то базу укреплять или ту укреплять вторую, чтобы убиваться, если вторую надо будет укреплять. А где вот все оружие? В сундуках поищи. Там мелки, там... Лоши. Блин, я набил чувака оружие по топу. А, нашел. Плюс револьвер. Вообще, блин. Все, иду домой. Блин, у нас 9 ракет, можно... смотри, одна ракета это... А нет, да, одна ракета это двойная металлическая дверь. То есть 9 дверей мы можем взорвать. Плюс у нас сишки теперь 2, а не одна. Там с Ваньком вчера нашли. Сейчас еще буду крафтить сачели. Одни калаши, блядь, чё ты бой? Ты ж хотел крутое оружие, вот получай. Ну я М-ку взял, блядь, чё. М-ку забери, пожалуйста.
Патроны надо делать, блин. Сейчас буду делать. Это ты? Да, сейчас я это отключу. Ты еще застреляешь. Я сейчас отключу наши ловушки или трели. Давай. Они, да. Они стоят вокруг дома, иди везде авторизируйся. Еще внутри есть. Да, еще сверху есть на трели в доме прям. Сейчас, подожди. А, и блин, ты тоже иди авторизируйся. Вокруг я дома. Это, ну, я еще загружаюсь, если не загружаюсь, почему я всегда долго. Это нормально? Ну, все зависит от компа. Сейчас я отключу, это спускайся. А, извини, иди сюда, иди сюда, убьет. Все, иди сюда. Вон одна фрезер. Да, теперь спускайся на улицу. Постой, тут как авторизировать как? На урскую нажимаешь, на дальше на второй. Короче, просто открой, открой в турели, открой. Оружие видишь? Турели. Да, что? Все, авторизируйся. Иди спускайся вниз, авторизируйся от остальных. И вокруг дома стоят. Стой, как, вот просто нажать вот на Е, да, и все. Да. Два раза. Нажать на Е и все. А еще где остальные? Вокруг дома, снизу спускайся. Да не сюда. Да, с крыши прыгни, да и все. Вон сюда. Тут будешь прыгать, и надо присесть. О. Падай. Ой, погнал. Давай, идем. Нет, за забором пошли. Ну вы тут одна настроили, блядь. Угу. Идем туда. А, такой же. Вот, одна. Вторая. А чё здесь оружия нет, не понял. Да есть. Третья. Еще одна. Блин. Тут 60 патронов. Они все равно гниют. Да, все равно гниют. Дам из нее почему-то. Вся панель. А еще, блин, где? Че? Все, больше нету. Я поставил вокруг дома, вокруг периметра. Все, давай, ну-ка, вот в руку. Ай, блядь. А еще одна вот где. Все, ну-ка, вот в рукой. Где туда вот войти, блядь, ну вы. Где тут вообще двери нахрен? Вокруг дома ищи. Вокруг дома ищи. Давай сейчас. Куда пойдем, блядь?
Ой. Не знаю, у меня мало времени. Времени мало. А Ваня где? А я еще загружаюсь. Там взрывают кто-то что-то. Это гром. Короче, кранчу патрон. Да, нам патроны надо. Слышь, это сделай глушитель или вот прицел. Я-то не изучу калаш. Так, что у нас нет? Что изучать? Калаш или прицел и глушитель? Прицел и глушитель. Давай прицел и глушитель, ну. Пошли. Только вот нормальный, что был. Давайте. Точка или что-нибудь. Патроны изучай, блин. Ну вот тут а ты вот хреново, блин, вот делал этот один. Ящик убрать, блядь, надо. Где я сейчас откажу? Что сделал? Вот тут, а, блин, запрыгивать, вот херово очень. Ну, это ладно, да. Так, тут у нас что есть вообще? Так. Ни фонарей, ни хрена. Сейчас изучаю. Блин, хотят выколоть. Нам же дрова же нужны. Дрова нет. Как нет? А у нас дрова есть, все есть. Ну ладно, все есть. Давай один раз вот на каргу пойдем. Давай. Проверим, как калаш вот работает в деле, блядь. Пора, я загрузился. Давай вперед пойдем нахуй. Это ты огромные печки взял и поставил, Ваня. То есть так, камень, дерево. Все, вперед. Блять, все голые нахуй бегают. Кто у меня мою одежду спер? Наверное, опять Ваня, блин. Кто мою одежду спер? Ой, патроны, да кто? Спокойно даже не полежишь. Ваня, наверное. Вот тут, а, блин, вся одежда, иди возьми, блин. Вот я возьму их пять тогда. Кирку взять, но не кирку взять. Кирку возьми, да. Вот тут, а, весь он выказан с этой, если что. Вот туда, вон там. Вот здесь, вот. Там же я еще утяжеленные штаны эти, которые джиггернауновские, двое нашел. Шприцы у меня еще кто-то украл. Воры завелись. Патроны у тебя.
короче, сейчас 5 минут ухожу. Это все патроны, объясни. Нам сейчас что надо вот добывать? Серу, да? Буду стоять на крафте, короче, сейчас подниму. Дрова занес, печку закинул. Я понял, у меня своя же турель была. Все, теперь я в базу не выйду. Ну ладно, сделай так, чтобы ты встретил сейчас. Авторизуйся. На базу положись. Я на него и появился. Сейчас отключу турель, подходи, авторизуйся, покажи. Я отключу. Блин, а... Один спальник, блядь. Дай мне, Джокер, ты где? Сейчас я подожду. Вруби этот свод свет нахрен. И кирку дай мне нормальную, блин. Отлично. Да, подходи. Авторизовался, подожди. Вот делал эти, блин. Вот глушитель или нет? Делал, подожди. И на третьем этаже еще на круг. Только по кругу, да, они есть? Да, да. Сейчас еще раз пойду. Вроде все так. Да. Делать. Все, хватит мне. Присел делаю. Давай сейчас, нам что вообще нужно? Вот железо, Сила. Да? Ну сейчас вот пойдем и Ваньке это тоже возьми и сделай, блин, нормально-то, чтобы железо нам вот добывать. Это нужно серу. А, ну, сейчас пойдем. Сейчас сильно ночью. Ну сейчас утро будет и пойдем, блин, собирать серу, блин, и железо. Все, вот врубай турель, где они стоят. Как-то везде авторизовался. Ваня. Да. И на втором этаже? А, нет, на втором нет. Хотя второй.
Да. Мне еще сейчас на второй этаж поднимусь. Вот, вот. Вот, здесь. Это. Что? Ты же какой? Вот. Красавчик. Где именно? Даже на это. Вот. Вон. Вот. Я об этом, я почему-то об этом перезвонил. Все хорошо. Блин, это еще мне... Делай, вот это... фонарь сделай. Фонарь? Темнота, блин. Можно мне еще какое-нибудь оружие, то есть, ну, вон там возьми. Все, давай, идем. Да, блин, что Сталина проходит? Да я приду. Все, Вань, готов? Куда? Пойдем за вот на снег искать там серу, железо. Фонаря не нужно. Все, ладно, идем тогда. Мне нужно получается другую одежду, когда мы здесь снимем. А кажется, ты так быстро и не умрёшь, блин. Будешь медленно учить его. Да, все, идем отсюда. Сейчас разом все вместе пойдем, блин, за 10 минут, блин, полно там будет. Ну тут калаш есть. Вообще-то два у нас калаша. Один типа возьми, тут только второй не бери. Тебе нужен прессование? Не, не знаю. Да, я вообще вот МК возьму. А калаши оставлю, а? А у нас и пулемет есть, блядь? Ну, два пулемета и четыре ЛРК я вчера нашел. А где второй пулемет? А вот он, и два. Я взял М-ку, нахрен калаш, идем отсюда. Сейчас нужно мне... Значит, у нас нету, нам искать все это надо, блин. Очень мало у нас, чтобы вы знали. Всего. Ботинки или нет? Долго мы, парни. Сейчас. Ой, я вместо пистолета возьму. Джокер! Он сказал то, что дошел. Ну все, идем. Взял там патроны, кирку, блин, и поехали. Да, я взял. Да, все. Thank you.
прицел тут есть какой-нибудь? Нету прицелов. Долго ты, Ваня? Да не я, сейчас же Джокерс придет. Это. Дойдем, дойдем без Джокера, идем, он все равно дойдется, идем. Сейчас, все, пошли. Идем на Е прямо. Надо коня себе найти. Все, идем сюда. Идем прямо вот на Е. Кирку взял? Да, у меня всегда на собой есть. Нам нужно добывать железо и серу. Вон сейчас туда пойдем, вот на Е. Там о снегу ли. На снегу очень много. Ты около меня. Вон туда идем, прямо вот на гору, блин. Ну не совсем, я возле тебя. И сзади. Главное, чтобы ты была больше никто. И компоненты эти, бери скраб. Куда было аккуратно быть. Сейчас туда вот на гору пойдем и соберем. Камней у нас много. Вот и железо. Камень нам.
там взрывает. Где вся сера? Все взяли, а вон. Вон еще сера. Может, пойдем их убьем, э? Что говоришь? Может, пойдем их убьем? Ну, не знаю, еще я сейчас всех отпилаю. На той стороне идем туда. Они нам не нужны. Ну да, вот так обойдем и на ту сторону пойдем. Кого-то убили, блин. Это что за... Не прикольно. Идем, идем, идем. Отсюда нет. Вот тут полно серы. Не знаю, я вот хожу тут попутно, лутаю эти бочки. Оставь нам пока береть эту серу. Вот, вот тут вот три штуки. Ты где отстаёшь ты? Я тут лутаю бочку, вот тут труп чей-то, 12 тысяч. 204 скрапа, чё ты пропустил? Бери. Железный топор, вот же, это мачете. Глушитель, вот тебе глушитель нужен? Да я взял. Либо... Бери всё. Много чего есть? О, ещё это серый ещё. Опа, ты чушь или нет? Быстро. Что ты человека видишь? Идем, 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 идем. Я бегу, но я весь уже загружен. Ладно, можно вот это выкинуть. Вот это выкинуть. Вот это выкинуть.
я тебя что-то не вижу. Нажми и увидишь меня. О, олень. Я сзади этого домика, блин, если что. Ну, домик такой хороший, я тебе скажу. Это ты тут бегаешь? Да. Это камень тебе нахрен. Это железо. Ну так где-то вот взрывали, будь аккуратно. Да стрелял ты из лука? Все, идем, нам выгрузиться надо еще потом. Вот смотри, вот тут еще серый, вот еще камень. Это камень. Собрать можно. Острый. Как нос. Нормально ты к нему киркой махнул, подбежал. Так, сейчас его надо. Стреляли тут, а где наш дом? Вон там, а вон серый камень. Вон. Серый. Железо. Вот, смотри, тут сколько. Я не понял, а кто у нас что-то возле дома ломает? Что? У нас? Да. Идем, вот. Стой, а то ролик включил, я что-то не понял. Блядь, идем, идем в дом, идем. Быстро. А турели выключил, а. Это сейчас турели, да, стреляют? Да, это не турели. Это их кто-то, похоже, там оружие тоже забрал. Блядь. А кто выключил? Я же их включал. Кто выключил прыг? Сейчас идем, у нас вот серый полно. Понял. Да, они все оружие забрали. Как все оружие? А кто выключил турели? Можно вопрос? Ты, блин, ты же делал, блин. Я вообще не умею заряжай опять все нахрен. А они тупо все вторые сломали. Блядь, тот. Да, тупо все вторые сломали. А, все. Не все, но две сломали. Ну ты когда турель включил,
Жаль же, кого-то же убило же. Да, где сломали. Ну я не знаю, я включал вот, ручку. Смотри, там какой-то вертолет. Что, я не знаю, как... Дай, дай. Пошли, какой вертолет? Да оставь, я на нем... Чтоб пальтать нет, идем, 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 идем. Вот к нашей базе идем. Ходил за уже свалил. За берданкой. Кто не свалил? Или не свалил? Что по мне стреляют. Мне дал СХП. Все, я не дал. С горы. Ага. Я не знаю. Я знаю, блин, откуда. Сейчас идем. С моей стороны или нет? Ты градус скажи. Он свалил. Давай. Сейчас, короче, заавторизую этих старейных, потому что я очищу список авторизации. Давай. Они же вырастут еще. А, да. Куда мне ресурсы? А, туда, в этот. А, да, смотри. Так, 4000 серы. Где металл? Это металл, да? Железо, да, 3000. Да. О. Что такое высококачественное железное руда? Это МВК? Это МВК. Да, его ложить. Вот тут еще НВК. Ну ищи. Ищи где что. Что у него? Я тут еще кое-что интересное нашел. Я лестницу одну нашел. И 222 скрапа. Я много нашел, да?
круто. Еще 121 здесь. Не надо так кинуть, чтобы пожарилось. Что в печках нет топлива, что за бред? Глушитель нужен кому-нибудь, я нашел. Оставь там, оставь. Вот я и прицел взял еще какой-то, не знаю. Пойти авторизоваться? У нас под домом кто-то бегает, да? Вот у меня этого, блядь, вот сачели нахрен не надо. На, стой, на, скинь, блин. Какой 29, на, блин. Да, был 49, был. Да, 49. Можно я перенарковать? Ау, кирка моя, где, блин? Дайте мне одну кирку, блин. Где-нибудь у нас прицел. Бур, блин, тут бур был. Вот у меня есть бур, вот тут. Ну, все, я взял бур, блин. Сейчас буду буром, блин, вот работать нахрен. А прицел может кто-нибудь мне сделать? Я там же скинул, вот тут, а вот он. Где? Стой. Тут, а где-то. Отойди. Нет. Точка. Вот тут, а вот. Вот где ты стоишь. Ага, голографически. А есть такой с предложением какой-нибудь? Не, вот. И у меня вот. Вот такой точно. Все, Джокер. Что ты там делаешь? У нас бредоночных патронов нет. Я тут гоняю в тот дом, посмотрю. А авторизовываться? Че нет? Они меня не убьют, интересно. О, а убьет. Не, не хочу. Пищать начинает страшно. Пищать это постоянно. Ну, когда они меня видят, они начинают пищать. А, нет, они просто смотрят на меня пока. А, оружие, потому что нет у них. Всё, они не стреляют.
Вон там, а смотри, этот, блин, есть еще. Второй дом, где он? Вот. А в него, наверное, надо поставить эти. У него, наверное, там ресурсов нет. Просто супер. Еще на 7 часов хватит ресурсов. Ищи, ищи. О, внизу я нашел. Тут 85 МВК лежит. Убери. Где? Не, у нас в доме втором. А, ну оттуда НВК будет, возьми, блин. Тут, ну, хотя тут на втором доме, хотя вещи хай. Как этот самодельный пистолет работает? Он крутой вообще? Пистолет, да, мне очень сильно вот это идти. Нравится нахрен. Ау. 180 урона, вот это вещь. Бур просто, блин, великолепен. А, понял как. Короче, пипец. Железа несу полно. Кто здесь там? Их отключаю. Идите сейчас заново отрезать. Отключил? Отключил. Заново все идите прыгать. Я чищу список. Он вышел, ты не уже нас прыгать. Начали. Окей. Стой. Тут у нас стоят турели. Так, авторизоваться. Именно по кругу, да, только? Идем. Авторизоваться. Тут еще. Один. Подожди, тут не авторизовался, я тут список очищаю. Вот, теперь заново идите авторизовались. Тут 500 хп у турели, почини. Да. Они это ли все? Пройдите и авторизуйтесь. И еще один дом. Дома мы авторизуем. Что в доме? Стой, блядь! Дома мы авторизуем. А, у все турели тебе надо вот починить. Не знаю, там их повреди. Сейчас я отхожу, я ухожу. Давай, вот врубай турели. Только турели вруби сначала. И починил бы, блин, их. Пиздец, если убьет пип. Все, давай, ты скоро. Ты с этого включил турель?
Да, врубил. Тут на некоторых оружия нет, ну ладно. А нет, на всех есть. Некоторые даже берданки закрепил, пипец. Все, идем. Еще нам нужна сера, идем отсюда. Уже много мы ее положили. Нет, это еще мало, идем. И любитель ресурсов. Пойдем, сейчас я знаю там, где что есть. Когда... Ты бы бур бы взял бы, блин, он с буром, блин. Я киркой, мне нормально. Че я буду бур тратить? Так, подожди. Давай вот сюда пойдем. Или ты можешь рубить, а я тебя буду защищать. Надо идти на Е. Опять туда на холод? Да. Что ты железо видел? Ты же повернись. Ты железо железный. А у тебя нету этого? Смотри, видишь, у меня есть это такая металлическая такой лестница. Ну это пофиг мне. У меня сейчас 55, наполовину меньше урона тела. Вон, смотри. Прикрывайся, что. Да, хорошо. Быстро. Неплохо ты только нажал, а он сильно подпевает. Он быстро дает? Да, и он побольше дает, блин. А еще больше. Пошли сейчас, закупимся. Самодельного пистолета сколько урона? 180? Чё так много? Ищем серу туда-сюда. Еда, еда, еда. Это там что? Вот магазин. Да, там магазин. Там типов нету? Нету. Я хочу туда сходить коня найти. На дороге. Зачем нам конь? Мы по лесу бегаем, ищем. На нем ездить сюда. Разогнал. Тихо! У меня здесь тип. Бегу. А залутанный? На конь не был. Возле тебя прям или проскочил? Да сядь! И так иди. В присядку тут тебя слышно. Где он? Вот тут где-то тоже быть. Там конь вижу, понимаю. А там открыто наверху дверь. Валим отсюда. Конь-то у него прокачанный был. Идем. Этого коня, блядь, сраного. Классный конь. Почему в Дэйни не было? Идем в сторону. Это починить бур можно или он так? Или его заправлять даже не надо? Нет, он вот заправлять. Ладно, я к супермаркету сгоняю, посмотрю. Там аккуратно, там опостанно. Типы. Я знаю. На другую идти сторону.
Ладно, по кружечку золотой тогда. Вот один. Подкова. О, на коня, классно. Стена. Скраб. Как на крышу залезть? А там сбоку здесь, вот лестница. А то есть там лестница? Все, идем, идем, идем за серой. Я заберу. И сбоку надо как-то залезть сейчас. Так. А вот сундук тоже есть сбоку. Какой-то. Лестница, говоришь. А, вот вижу. Давай в мою сторону иди. Так, так. А, ты слева. Ты там. Ну да, я же ищу, блин. Пока Джокер придет, нам надо вот серу, блядь, взять. Ты уже там возле дороги? А вот где. На Е опять. А Е где? Да, вон туда нам идти надо. Теперь у меня лошадь быстрее. Поводил. Вперед, вперед! Где ты, Ваня? Коня кормлю. Оставь этого коня, на этом коне вот тебя убьют, блин, сразу, блин. Что у него? Залутанный? Поискать, он вон же был. Если что, можно спуститься туда внутрь, там ботов очень много. Погнали. Ну ты аккуратно должен быть. Или идем отсюда, став. Не, давай, мне все равно карточкой. А там нам карты не нужны. Можно вещи поднимать. Ну, там это патроны туда-сюда. Ну, давай идем нахрен, идем. Давай спрыгнем. Оставь коня, блядь, этого сраного. Это крутой конь. Что? Один с левой стороны будет, второй справа.
такие жесткие. Ну да, довольно-таки, кстати, опасные эти типы. Идем сюда. Только аккуратно быть. Личис. Уйди, блядь. Там еще. Убил. Кстати, я скажу. Так, что вы? Карточка. Давай, ты по той иди стороне, я по этой. Он тиса перед тобой знает. Он тебя убил? Что? Он тебя убил? Не, я живой, я живой. Колись, колись нахуй. А ты живой? Да. Стой, здесь. Ты есть патроны 5.56. Стой. Так что есть? Сейчас я туда этих шашек накидаю, чтобы она светит. А тут тупик, да? Идем вон там, вот лут возьмем и пойдем назад идем. Сейчас идем туда. Вон там впереди. Правда надо, да? Нет, вперед идем. Ну, там...
где я сейчас? Они меня убили. Я потерял М. Сейчас приду. Там радиация была, блядь. Радиация? У меня там костюм был, и все мое оружие вот. Возьми, бур туда-сюда. Сейчас, если я туда дойду, надо пока повыкидывать то, что мне не нужно. Там радиация, да, была? Да, а у меня и костюм был. Я таблеточку. Там, и меня... Где твой труп? Там же в углу около этого контейнера. А, там классно, я туда не дойду. Меня тоже возможно будет, если я сейчас не колюсь. Покажу. Бери кит, делай и все. У меня есть одна граната, где он там? Ловите. Радиационное отравление. Прикольно. Нужно жить. Так, ну я туда не пройду. Слишком опасно. Сейчас иду и я... Ну-ка, сет, все. Потом до конца нам. Нет, уже все. Мы вот там, а вот пришли. Ты меня просто сейчас приду. Радиационное отравление. А, не-не, я туда не пойду, там опасно очень. Я там, в принципе, я их там гранатами повзрывал, но... Там он... Мой сет, ты меня просто и все.
Постой, ты где, дома что ли? Нет. Я не дома. Я около дома, сейчас иду, бля, к тебе. Аккуратно смотри, чтоб там никто не пришел. Все, иду. Сейчас до кита осталось это 15 секунд. Сейчас я. Ты стреляешь? Нет, там еще один осталось. Блядь! Убивай его нахуй. Я не могу, я патроны. Убей его, блядь. Он... Блядь. Ага, я тоже труп. Я тоже труп, да? Ну не знаю, ты. Давай нам спускаться надо туда. Блядь, Джокер встал, блядь, тут посередине нахуй. Сейчас радиационную эту возьму, блядь. Патроны. Этого возьму. Где у меня? Все, и пошел. Yeah.
где? Паня.
Жени, дай дощевец. Джокер, блядь, где вы?